русская баня. Здесь температура воздуха до 100 градусов. Можно оздоровиться и восстановить свой организм. В финской сауне температура воздуха до 130 градусов. Здесь можно расслабиться и снять усталость. Хамам – мое любимое. Здесь не очень жарко. От 40 до 65 градусов. Тут можно восстановить силы, здоровье и красоту. Кстати, тут есть индивидуальная баня с хамамом, температура от 32 до 45 градусов. Она оплачивается отдельно. Еще есть японская баня. Эта баня активизирует обмен веществ, снимает стресс и нормализует сон. Также можно окунуться в холодную купель. Температура воды составляет 12 градусов.